Началось. Опять бомбят. Одиннадцать двадцать ночи, капец. Сегодня у нас 30 апреля, завтра 1 мая, и вот она по состоянию на 10 часов ночи. Уже россияне запустили и беспилотники, и самолеты, и уже выехали С-300 на позиции. Что будет ночью, непонятно. Всем доброе утро. Ночь прошла тихо, ну, по крайней мере, я ничего не слышал. Но все равно спал неспокойно и постоянно чего-то дергался, просыпался, поэтому такие дела. Уже отснял очередной видосик и загрузил его на канал, так что вот такая вот моделька пойдет в коллекцию. Правда, есть единственный минус, это вот это колесо. Оно не покрашено в хром, сам диск. Твою налево. Опять гадят по Запорожью. 2:30 ночи. Одна ракета аж над головой пролетела где-то близко. Я слышал этот звук. Потом взрыв. Жесть. Короче, запустили шахиды по нам. 2 взрыва уже было. Один из них был очень близко. Пипец. И да, может быть, на видео темно, но дни это разные. Просто так совпадает, что бомбят. Я снимаю, потом это вкладываю в видео. Еще один летит. И вот так вот уже 3-ю ночь подряд. Ну, 2 первых ночи там были С-300, а сейчас именно шахиды уже. Жесть. Ребят, вот думаю вот такое вот купить, вспомнить детство. Если кто шарит, ставьте лайк. Санек, это будет превьюшка для влога нового. Короче, сидим, ждем пиццу. Мы сейчас с ребятами собрались в компании, отдыхаем. Вон Даник пиццу несет.